Здравствуйте! В этом видео я расскажу и покажу все, что вам необходимо знать о подходе к образованию в киношколе «Лестница». Поехали! Девочка, кто шпильки заказывал такую рань? Какого черта? И стоп! Это Павел, один из студентов курса. Конечно, это очень круто узнать и походить вместе с ним, посмотреть, как он это все выстраивает у себя в голове и все это воспроизводит, это, не знаю, бесценно просто. Сейчас я объясню, почему Павел так доволен. Это камера Ари и профессиональный стедикам, а Павел снимает 4,5-минутную однокадровую сцену, один из самых сложных элементов в операторском мастерстве. Здесь вы видите Константина Веремейчика. Он помогает Павлу освоиться со стедикамом. Кстати, Константин – профессиональный оператор стедикама. А это Владимир Климов. Он следит за процессом и говорит, что исправить. Кстати, за день до этого вместе со студентами они ставили свет, разводили сцену и репетировали с актерами. Возвращаемся на место съемок. Здесь вы видите бордель начала 20 века. Это специально выстроенная декорация художником-постановщиком Анной Мариничевой. Куда же без актрис и актеров? Их 7 в кадре, и один актер-фотограф ждет свои минуты. Они здесь не случайно, и в конце этого ролика вы в этом убедитесь. Они в нижнем белье из коллекции нашего друга, соратника и дизайнера Катерины Сторожевой. А здесь наших героинь готовили к съемкам. Грим, прически, а помогала им Светлана Мельчикова. И вы еще не видите тот объем работы, прежде всего организационный, который был проделан продюсером и по совместительству сценаристом Ниной Комаровой. Ничего не напоминает? Это образовательный курс, учебная работа, но подходим мы к ней, как к съемкам большого, дорогого кино. И студентам ничего не остается, кроме как соответствовать. У вас вырабатывается правильный настрой, создаются правильные нейроны, синаптические связи, вы привыкаете к высокому качеству и перенимаете не только знания, опыт, навыки, но и видение наших мастеров. А Владимир Климов, так же как и Вадим Семеновых и Александр Гребенкин, умеют и будут держать высокую планку. Как всем студентам удается поучаствовать в съемках, мы не стремимся к полным залам, работаем с малыми группами, потому что знаем, научиться снимать кино можно только на съемочной площадке. Вы спросите, все это ради студентов? Да. Мы, конечно, любим снимать кино сами, все такие творческие. Но прежде всего мы киношкола, и наша цель – научить снимать вас. Уже проведено с десяток курсов, и планы расписаны на год вперед. Поэтому приглашаем тебя стать частью нашей дружной команды. До встречи. Ах да, совсем забыл. Посмотрим, что получилось в итоге.